Укладывать асфальтобетонное дорожное покрытие здесь планируют в середине следующей недели, подчеркивает подрядчик. Сейчас идет подготовка, так как уже готовым конструкциям плотины нужно набрать прочность. Открыть движение по мосту плотине подрядчик обещает в январе следующего года. Ситуацию на гидротехническом сооружении оценивают городские депутаты. В рамках рейда они также осматривают состояние дома 32 по детскому проезду, который признан аварийным. Переселить жителей из этого дома по инвестиционному соглашению должны в одну из высоток жилого комплекса «Весна» на улице Прокудина.